Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Видеообзор подготовлен специально для интернет-магазина F-Magazine. В данном видеообзоре хотелось бы рассказать о довольно-таки бюджетной, но в то же время довольно-таки неплохой по качеству вертушечки от компании Акара. Моделька у нас из серии Fishing Expert. Идет она под номером 5031. Данная вертушка имеет вес 16 грамм. Расцветка в данном случае 175. Поставляется вертушечка у нас на такой вот картонной упаковке. Оснащена она крючками, крючком точнее тройным от компании Акара. Сама вертушка выглядит таким вот образом. Классическое исполнение. Имеется проволочный каркас. Длина проволочного каркаса 56, точнее 66 примерно миллиметров. На проволочном каркасе посредством O-образной такой вот петельки установлен лепесток по типу лонг. Лепесточек довольно-таки внушительный по размерам. Имеет провоцирующий окрас. Ну, как можно видеть, по типу мотайгера, только с таким лакированным отблеском. Внутренняя часть блесны у нас имеет серебристый оттенок, ближе к матовому. Также имеется гравировка в виде названия бренда Акара и указан вес 16 грамм. Далее на проволочном каркасе можно увидеть три таких интересных по форме бусинки. Ну, последний имеет просто круглую форму. Далее вертушка у нас заднеогруженная. Огрузка изготовлена в виде такого вот цилиндрика, как можно видеть, довольно-таки длинного. Также на данном цилиндре имеется такая вот гравировка в виде полосок по периметру углублений. Далее в конце огрузки имеется крупная бусина бледно-оранжевого оттенка. Прозрачная она у нас. И непосредственно на самом проволочном каркасе установлен тройной акаровский, повторюсь, крючок на удлиненной ножке. Крючок имеет желто-коричневое покрытие. Очень острый крючок. Здесь нареканий абсолютно никаких не вызывает. Крючок не имеет опушки. При желании можно дооснастить. Колебалочка имеет сносные полетные характеристики. Летит она на четверочку. После приводнения при начале подмотки вертушечка довольно неплохо заводится, создает определенное сопротивление, довольно-таки неплохое данная блесна. Соответственно, спиннинг нужно иметь для этого подходящий. Блесна в первую очередь, конечно же, подойдет для ловли щуки либо крупного белого хищника. Данную вертушечку можно приобрести, пройдя по ссылке в описании под видео на сайте интернет-магазина F-Magazine. Также в описании под видео можете найти промокод Рыбалка34, который дает скидку до 20% на многие бренды, представленные в ассортименте данного интернет-магазина. Всем, кому данный видеообзор был полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии под видео. Всем спасибо за просмотр. До свидания.